Рыбнице ребенок отравился биодобавками. Как сообщает пресс-центр МВД, полуторагодовалый мальчик нашел упаковку йодактива на тумбочке в кухне. В это время его мать выпивала с подругой в комнате. Еще трое детей уже спали. К сыну пошла, когда тот затих. Мальчик сидел на полу, вокруг были надкусанные таблетки. Ребенку становилось хуже. Мать вызвала скорую помощь. Ребенок был доставлен в приемное отделение. Состояние его оценивалось как средней степени тяжести. Под наблюдением он был до утра, до 13 мая. Состояние его оценили как удовлетворительное. Был ребенок переведен в детское отделение, где в настоящее время находится под наблюдением. Врачи ждут анализы. Если они в порядке, ребенка выпишут, и через 2 дня он будет дома. В милиции многодетную мать знают как неблагополучную. Ей грозит штраф и разбирательство в инспекции по делам несовершеннолетних.